Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радиогармандар, Республикалык штабтын пресс-борборунда электрондук маалыматтар жана салык кызматында каттоодон өтүү боюнча Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Бакитаев Алмаз Кушбековичтин брифингин баштайбыз. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ато 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкайыл ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин Ютуб каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. По электронным справкам и регистрации налоговой службы расскажет первый вице-мэр города Бишкек Бакитаев Алмаз Кушбекович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, Пятый канал, в областных медиа-центрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале МТРК ЛТР, на страницах в Фейсбуке Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмаз Кушбекович, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые горожане. Разрешите вас проинформировать о текущей ситуации. Нам всем хорошо известно, что с 22 марта была введена чрезвычайная ситуация на территории Кыргызской Республики, в том числе и по городу Бишкек. После завершения чрезвычайного положения с 11 мая возобновлен режим чрезвычайной ситуации, введен вышеуказанными актами правительства и мэрии. Необходимо отметить, что в 22 марта городом была, значит, образована комиссия по гражданской защите, которая сегодня продолжает свою работу. Необходимо отметить, что был введен карантин на основании постановления правительства согласно порядку введения ограничительных мер, которые предусматривают следующие мероприятия. Во-первых, это строгий контроль за въездом и выездом населения и вывозом имущества из зоны карантина. Ограничение общения между отдельными группами населения и порядок использования средств индивидуальной защиты. Установление режима действий в период ограничительных мероприятий для населения, работа городского транспорта, торговой сети и предприятий общественного питания, объектов экономической и производственной деятельности в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. Контроль за строгим выполнением населением, предприятиями, министерством, ведомством установленных правил карантина. Запрет передвижения населения и транспорта между внутри карантинизированных населенных пунктов в карантинной зоне, за исключением лиц и транспортных средств, обеспечивающих функционирование пищевой промышленности систем здравоохранения. Поэтому на основании вышеуказанного постановления и порядка ведения ограничительных мероприятий, то есть карантина, установлен порядок передвижения. В этой связи в целях обеспечения карантина в городе Бишкек передвижение будет осуществляться на разрешительной основе. Соответствующее разрешение на передвижение будет выдаваться хозяйственным субъектам, чья деятельность входит в перечень видов разрешенной экономической деятельности в режиме чрезвычайной ситуации, то есть карантина. На сегодня, по статистике, действующих хозяйственных субъектов по городу насчитывается более 75 тысяч с общим количеством работников 238 тысяч единиц людей. На сегодняшний день также продолжают осуществлять свою деятельность, это не останавливали, это 3830 хозсубъекта с общей численностью работников, порядка 83 тысяч человек. По второму же этапу возобновления экономической деятельности с 11 мая 2020 года по городу Бишкек, по предварительным данным, возобновят работу порядка 3782 хозяйственных субъектов с численностью порядка 15 тысяч работников. Что для этого необходимо сегодня сделать? Да, очень много есть и замечаний, и предложений в части улучшения получения быстрого разрешения в части налоговой службы. Хотелось бы отметить следующее. В этой связи в целях организации порядка передвижения на территории города Бишкек в период действия карантина работников организации индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень, утвержденный правительством, видов разрешенной экономической деятельности, доступен на сайте электронной системе 312 мэрия КГ, в которой необходимо вводить следующие меры. Входят это передвижение по городу Бишкек для работников организации и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность входит в перечень,
который осуществляет свою деятельность на основании разрешенных двух видов. Это справка с места работы, на которой заверяется печатью налоговой службы по соответствующему району города Бишкек, где зарегистрирована организация или индивидуальный предприниматель. Для получения соответствующей печати, то есть заверения на справке или индивидуальный предприниматель, подают заявку в налоговую службу по соответствующему району, где они зарегистрированы. Вторым этапом, значит, я как говорил, что это электронная подача, она сегодня уже работает. Распечатанный QR-код, выдаваемый электронной системой 312 мэрии КГ, одобрен электронной заявки налоговой службы соответствующему району. Это также будет электронное разрешение. Для получения, значит, QR-кода заявка подается в электронном формате через электронную систему, как я сказал, 312.мэрия.кг. Не требуется получение разрешения на передвижение по городу Бишкек для наемных работников и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании патента. Патент уже является удостоверяющим разрешительным документом. Форма заявки на получение разрешения на передвижение посредством электронной системы 312.мэрия.кг будет доступна на указанном сайте, уже доступна. Необходимо отметить, были много очень вопросов в части ранее полученных разрешений комендатурой. Вчера была информация, что все разрешения комендатуры аннулированы. Да, это так, потому что юридически сегодня комендатура не существует. Поэтому все разрешения, выданные комендатурой, в автоматическом режиме продлеваются мэрией. Если вкратце остановиться по работе налогослужбы на сегодня, то работают порядка по всем четырем районам 76 окошек по приему заявок. Работа налогослужбы продлена с 9 до 8 часов вечера. На вчерашний день было, значит, всего заверено 7881 справок и выдано 561 патентов. Если будут какие вопросы разъяснительного характера, я уже давал свои реквизиты и номера, можете обращаться напрямую. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу эле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри Бакитаев Алмаз Кушбекович маалымат берип өттү. Түз эфирде ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Каял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба. Вас проинформировал первый вице-мэр города Бишкек Бакитаев Алмаз Кушбекович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, Пятый канал, в областных медиа-центрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкайл ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале МТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Спасибо за внимание.